Никто не знает, что такое счастье. Все про него вроде как говорят, но никто не знает. И действительно, нету каких-то объективных факторов, которые способны сказать, вот человек счастливый или несчастливый. Почему? Потому что, во-первых, наше эмоциональное состояние – это синусоида. Она неизбежна. Вот я встаю утром, я думаю, господи, это почему я не сдох? Вот это как в знаменитой анекдоте. Вот. Вечером я веселее. Есть те, кто наоборот, утром просыпаются, у них там куча энергии, все, они довольны. К вечеру они уже ноги еле волочат, говорят, и все невозможно. Надо понимать, что вообще вот это ощущение радости, какого-то такого восторга, какого-то такого внутреннего наполнения – оно же связано с химией мозга. Поэтому неизбежно эмоциональное состояние вот такое.